палатке минус 9, в камере сгорания минус 12. Короче говоря, включил сейчас 2 киловатта, это 150 грамм солярки в час. За час сейчас нагреется у меня потихонечку поверхность. И пойду дособирать уже. Вот, свечка начала работать, 12,9 под нагрузкой уже. На улице у нас 19, а в палатке 9, тоже неплохо. В общем, собрал я, поставил распредвал, коленвал, все настроил, зазоры сделал по 15. В прошлый раз у меня по 15 было, вроде нормально, четко работало. Так решил еще попробовать. Вот, хотел спросить, у тебя была такая ситуация? Вот каждые 30 секунд он чихает, как будто искра пропадает. Или как будто, не знаю, что-то чих, чих. Вот работает больно стабильно, чих, иногда глохнет. Иногда, ну, не, как бы не успевает это завестись, как говорится. Как будто что-то пропадает. Что за фигня такая? Можешь коммутатор перекинуть. Свечку поставил, другую, такая же фигня. У тебя была такая? В прошлый раз не было. Все вот то, что было в прошлый раз, стабильно, отлично работал, пока этот не заклинил коленвал. Ничего не менял, ни карбюратор не настраивал, ничего. То есть как снял, так поставил и все. Что за фигня такая, не пойму. Звезду воткнул на 17, не знаю. Цепь вон. Цепь потянет, нет. Если не потянет, на 44 звена. И вот у меня такой натяжитель. Нормально работает, кстати. Износ минимальный. Снял, да. Короче, вон. Резинка вот такая, уже все изношенная. А может быть из трубы где-то, блядь, сифоне. Сейчас посмотреть надо. Ну вот в чем причина. Ох! Порвало. Может быть и сейчас порвало. Я начал затягивать, вроде затянул. Было, видать, маленькая дырочка, стала большая. Вот так вот. Пол брейка. Работает отлично. Подсос воздуха. Сейчас подрегулировать надо еще карбюратор. На остатках бензина работает, что вот здесь было. Отлично. Короче, так вот. Надо его прикрутить вот сюда. Так, заменил 14-ю звезду на стелс-капитане на 17-ю. А, значит, усиленная цепь 120 звеньев. Купил на Озоне за 2000 рублей. Вот она такая толстая, но не сальниковая. Она немножко все равно растягивается. Все равно не то. Короче говоря, блядь, куда-то замок делся. Выпух, что ли, где-то здесь лежит. Короче говоря, четко подошло. Прям миллиметр в миллиметр. О, миллиметр в миллиметр. Натяжитель я снял, короче, потому что тут уже
Хотя можно, конечно, засунуть, попробовать. Ну, натяжка все равно хорошая. Ну, в общем, 17-я звезда. Посмотрим, как будет ехать.